Жена звонит мужу: дорогой, ты в машине нашей навигатор трогал? Говорит: ну да, я смотрел расстояние от нашего дома до Ярославля. Поздравляю, я в Ярославле. Вот навигатор — это, конечно, очень полезная вещь, но мне они лично нравятся тем, что умеют разговаривать разными голосами, причем известных людей. Уже записали свои голоса там Басков, Баста, народный артист МХАТ Ольга Бузова, но голосов маловато. Мне кажется, выбор невелик. Я от себя еще предложу несколько голосов. Например, я считаю, что очень весело было бы ехать под голос Евгения Петросяна. Ну и дорога. Просто это потрясающе. Спокойнее, спокойнее, я с вами. Поверните направо. Я пошутил, надо было налево. Я так шутить буду всю дорогу. А если кому-то хочется романтики, можно переключиться на Льва Лещенко. Из полей уносится печаль, доедем с ветерком, старичила. Послушай, мы с тобой, кажется, заблудились. Представляешь, я потерял спутник. Мы дети галактики. Ё-моё, где мы? А, собственно, старичила, куда тебе торопиться? Выйди из машины. Почувствуй свободу и простор. Подыши свежим воздухом. Посмотри, как красиво вокруг. Родная, родная. Вот она, романтика. Ну, можно же ехать как-то познавательно, включив на допустим, Дмитрия Деброва. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Ну что, поиграем? Внимание, впереди перекресток. Что это значит? Это значит, у вас 4 варианта продолжить движение. А. Ехать прямо. Б. Налево. С. Направо. Д. Назад. Угадайте, куда вам ехать, и призом будет успешное прибытие в пункт назначения. Значит, жена говорит вам прямо. А вы хотите налево. Что делаем? Вы послушайте жену. Ну хорошо, ответ принят. И ай-яй-яй, у вас было 50 тысяч рублей. Ну а сейчас они сгорают, потому что вы выпивши. А там впереди гаишник, который давно хочет стать миллионером. Что касается меня, я с удовольствием порулил бы под Никиту Михалкова. А я веду не только по Москве. Господа, послушайте, куда едем? За какими ценностями, господа? Какая польза обществу, стране от вашей поездки, вы подумали? Причем, знаете, ну интересно, вот, кто вас надоумил? Как вы собрались ехать на дачу? Под мой голос на дачу за картошкой. Это звенящая пошлость, господа. Ну ладно, давайте что-нибудь делать уже. Ехать куда-то или как-то. Что ж мы стоим? Давайте развернитесь для начала, что ли. Опачки, камера. Камера, мотор снята. А вы, любезный мой, ну просто потрясающе, с первого дубля, гениально, развернулись по двойной сплошной. Жаль, за эту съемочку заплатят не вам, а вы. Так вперед за цыганской звездой, кочевой на закат, где дорогой паруса. Да, спасибо. Надо не забывать о наших женщинах за рулем, причем начинающих. Им бы, я думаю, пригодился такой монотонный, уравновешенный голос Семена Альтова. Так, женщина, послушайте, вы уже второй час пытаетесь вбить в меня адрес салона красоты на улице имени первого монгольского космонавта Джугдар-Димиди на Гуракчи. Вам никогда это слово не набрать.
Послушайте, выберите другой салон красоты, который на улице Мира. Но значительно дальше, но мы быстрее доберемся. Ну вот тронулись наконец. До перекрестка 20 метров, 70 метров, 150 метров. Вы задним ходом едете. Езжайте нормально. Поверните налево. Ну вот она взяла, повернула направо. А я специально сказал наоборот, чтобы вы в результате правильно повернули. И всегда так буду делать. У нас ведь... У нас недаром говорят, женщина паркуется, замирает улица. А мужчинам, конечно, лучше рулилось бы под винокура. Ну подожди ты, хватит меня грязным пальцем своим тыкать. Дай немного размяться. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. Еду я по выбоинам, из выеб... Ладно, поехали, но... В общем, маршрут простой, очень простой, прямо 50 километров. Ты что делаешь? Что ты делаешь? Ты же ушел с маршрута, ты заехал не туда. Давай возвращайся на хайвей. У тебя где глаза? На жёл ты едешь. Ой, смотри, у тебя сейчас резанет, сумасшедший. Я боюсь с тобой ехать, меня глючит, отключай меня. Можно же что-то вспомнить из голосов прошлых лет, из наших старых советских фильмов. Я позволю себе представить, как бы звучал в «Навигаторе» Георгий Вицин. Здравствуйте. Можно попросить вас ехать как можно осторожней. Спасибо. Грубый век, грубые нравы, выпить за рулем не дают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Знак ограничения скорости 40 километров в час, но можно ехать и 20, а лучше 10, а лучше, пока еще не поздно, нам сделать остановку. Водитель, нажми на тормоза. Все-таки какие были голоса? Но я сегодня еще один вспомнил, тоже из недалекого прошлого, с которым любому ехалось бы просто сказочно. Три дороги перед тобой, касатик. Направо поедешь, коня потеряешь, по ухабам да кочкам его погубишь. Налево поедешь, соловья-разбойника встретишь со свистком и жезлом. А если прямо поедешь, все богатство потеряешь. Платная дорога там. Спасибо, друзья. К сожалению, ни один навигатор не поможет нам на жизненном пути. Свои дороги мы сами выбираем и сами же за них отвечаем. Пусть на ваших путях, дорожках не будет ухабов, а всегда будет легко и весело.